Владимир Петухов за рулем школьного автобуса уже четвертый год. Ежедневно ездит по маршруту Горки-Ленинский-Калиновка. Все 35 мест в салоне обычно заняты. Самые любопытные пассажиры – первоклассники. Для них, наоборот, диковинку поездка на автобусе. Их даже спрашивают, что тебе понравилось в школе автобус. Все здороваются и летом, и зимой. Сейчас в округе по маршрутам выезжают 3 ярко-желтых автобуса. 2 возят ребятишек в Молоковскую школу, а один доставляет мальчишек и девчонок в Видновскую 11-ю. Перед началом учебного года сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние транспорта. Ближний, дальний, противотуман. В зоне внимания инспекторов каждый сантиметр школьного транспорта. Проверяется как техническая исправность автобуса, так и порядок в салоне. Особая забота – безопасность детей во время движения. По итогам нашей проверки выявлены незначительные такие, скажем, недостатки. Это автобус «Ютонг». Перегорела лампочка ближнего света. И также на ветровом стекле отсутствует наклеечка «Внимание, перевозка детей». «Внимание, дети». По объяснению водителя, стекло недавно было заменено, поэтому наклеечку еще они не прилепили. В ближайшее время будет проведена повторная проверка, и только после этого автобус выйдет на линию. До 25 августа весь парк школьного транспорта будет готов к ежедневным путешествиям детей в страну знаний. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.